село Покровское. Год назад тут видел, где-то кальцитики валялись прямо на поверхности. Вот и решил нынче собрать. Да, кто-то уже прибрал кальцитики. Место, конечно же, проходное, потому что тут можно найти, вот видите, отпечатки какие-то, водоросли, видимо. Люди сюда заезжают. Вот тоже отпечатки. Жилка мелкая проходит. Это, похоже, все, что осталось от кальцитов. Ясно, что здесь окаменелости. Вот люди трудятся, нарушают естественный покров. Мы же не будем вгрызаться в землю. Пожалуйста, кто-то был. Кто-то был. Ну, вот такие кальцитики нравятся мне. Кальцит, наверное, замещает тут какую-то палеонтологическую хрень. Ой, рассыпается. Ну, это, скорее всего, какие-то водоросли окаменели, наверное. Я далек от этих вещей, поэтому ничего сказать не могу. Вот этот образец мне тоже нравится. Положим его в сторону. Кальцит, вот прожилки кальцита. Это, наверное, все же окаменелые водоросли вот здесь вот. Такие как черточки. А может и нет. Ну, это специалистам судить. Увидите видео, комментарий сделайте. Специалисты, подскажите. Вау, красота-то какая. Таким даже красным отдает. Продолжим наше незатейливое занятие.
Если это на самом деле вот окаменелые водоросли, вот где пальцами, то весьма интересно, прямо на кальците-то. Что тут может еще заметить глаз? Не специалиста. Все тоже. По идее, конечно, надо копаться. Копаться и искать. Найти и не сдаваться. Ну, какая шняга. Оставим ее. Может, еще кому-нибудь потребуется. Уверен, что через год ее не будет. Да ну, через год. Как правило, если я показывал копи, которые посещал, они были разрушены или завалены. После этого я, конечно, благодарен ребятам за то, что они смотрят мои видео. Но нельзя же так поступать. Если копи работаете, так в отвал-то не сбрасывайте. Что-то красненькое сидит, ржавое. Надо приполировать, так может быть интересные образцы получится. А тут что? Ну какая-то шняга. Уже кусают комары. Да уж. Вот это точно палеонтология. Или палеонтология, это что же? Это кости, наверное. Вау. Какие муравьи. Красивые бегают тут. Красота какая. Красотища. Вообще надо фото сделать. Какое великолепие для специалистов. Тоже.
кальцитики. Кто-то безжалостно тут работал. Трудился, так сказать. Что это искал? Вот это, конечно, уже все копано-перекопано. Но тем не менее интересно. Интересно. Езди, конечно, походить, посмотреть. Для специалистов это интересно. Да. Ладно. Посмотрели, поедем домой.